Мосты пропускают всех подряд. Ребята, у кого есть мешки с песком, машины, делайте укрепление. Раз не могут нас милиционеры защитить, будем защищать свой первый и свой город. А вы будете просить ребята защитить? Через нас никто не пройдет. Просто давайте чуть-чуть это, я думаю, он с каждым днем сможет говорить все больше и больше. Потому что всего он даже сейчас сказать не может. Понимаете? Потому что сейчас сказать чего-то лишнего, и нас в Украине превратят действительно в сепаратистов. Мы пока мирные граждане, заявляем о своей гражданской позиции, охраняем вон площадью нашего избранного мэра и показываем. И надо звонить друзьям, и это, чтобы нас было больше. Приехали, кашу наварили, за волосы тянут в Евросоюз. Он нам нужен, вы нам показали свои ценности на Майдане. Да. Забирайте своих майданутых и идите в Евросоюз свой.